Челковские художники Илья Чикин и Александр Морсин стали победителями областного конкурса «Граффити». Их работа на Фряновском шоссе, посвященная усадьбе Гребнева, о которой мы совсем недавно рассказывали в наших новостных выпусках, покорила сердца не только жителей городского круга Щелково, но и строгое компетентное жюри конкурса. Награждение прошло в рамках форума «Я гражданин Подмосковья», с которым художников в данный момент разделяют тысячи километров. Илья и Александр находятся на Камчатке, потому и не смогли присутствовать на церемонии. По возвращении им передадут дипломы и 150 баллончиков краски. Это пятый юбилейный уже конкурс, пятый год проводится. В этом году у нас заявилось 51 муниципалитет, это на 20% больше, чем в прошлом году. Более 200 работ, более 200 полотен оценивали. Очень приятно, что наши ребята заняли первое место. Это художники Илья Чичикин и Александр Морсин. Это не первая их работа, которая победила в этом конкурсе. Они уже нас побеждали в другой номинации. В этот раз это была усадьба Гребнева. Сам же областной форум стартовал 11 июля и продлится до 31 числа этого месяца. Проходит он в Волоколамском районе.